Всем привет, ребята, с вами Зен Мега Централ, и сразу обращаю внимание на свой голос. Ребята, не обращайте внимания на мой голос. Немножечко простудился, собственно, насморк и прочая сопутствующая гадость, и, соответственно, мой голос может быть немножечко иным. Пускай это вас не отвлекает, и сегодня у нас, в общем-то, в нашем экспериментательном ангаре у Зиона Спирит. Как-то вот проскочила такая же ситуация, что якобы можно было бы и по нему записать. Я думаю, а почему бы и нет? Это рэп, 9-й ранг и Рихон. И действительно, почему бы не записать по Спириту? Кораблей у нас масса, поэтому каждый раз всегда можно выбирать что-то иное, что-то другое. Но вот именно сегодня у нас будет именно Спирит. Итак, Спирит — это премиум и уникальный корабль от Иерихона, 9 ранга. Соответственно, у него здесь врожденочка. Скорость захвата маяка увеличена на 20, время до нагрева увеличено на 33,3, повреждение орудий увеличено на 10, и энергопотребление форсажа снижено на 25. Вот такая вот интересная машина у нас. И как я ее собрал, то есть здесь особо ничего нового, ну просто повыходили всякие там обновы там вот не так давно, и соответственно сразу и посмотрим, как оно сейчас в реалиях летается на таком корабле, если вдруг вы его собираетесь покупать, да, ну собственно я всегда для этого и пишу видосы. В оружиях у нас кинетический нагнетатель, он вам знаком, всегда, как говорится, часто его можно встретить в космосе, что у разведов, что у перехватов разных. К нему я прикрутил кумулятивные снаряды, и в итоге у нас получилось 35,5 бонус критических повреждений и... Ой, шанс критических повреждений и бонус 80%. Ну, соответственно, со всеми прочими имплантами такая цифра у нас сейчас и вылезла. Ну и описывать это оружие у нас, в принципе, нет смысла, вы его знаете. Дальше, двигатель, чтобы вертеться быстрее. Впрыск катализатора. Кто-то может поставить два боковых двигателя. Я поставил один. Вот, причем поставил не тот слегка. Вот этот должен стоять. Вот. Дальше, значит, у нас здесь аварийный барьер, чтобы выжить от какой-нибудь торпедки, торпедаста и прочей нечисти. Так, Эми рассеиватель, потому что у него там дырка была в Эми, насколько мне помнится. Дальше у нас дополнительный излучатель щита, чтобы быть пожирнее на своем ранге 9. Термомодулятор щита 11. В корпусе у нас сильная просадка была по кинетике, там было всего... Да, 5 единиц защиты, поэтому система динамической защиты вам в помощь, она вам сразу поднимет показатель, и ваш кораблик будет несколько живучее против такого же кинетического нагнетателя. В компьютере у вас протонная стена и инфракрасный сканер, который шанс тоже критических повреждений увеличивает. В ракетах у меня неизменно стоят малые ракеты, кто-то любит бронебойные Нурсы, пожалуйста, ставьте. В боевом отделении у меня, как всегда, генератор стазиса, дальше ионный рассеиватель, саботаж ремонтных систем и пиратский усилитель щита. Вот такие вот у нас собрались, как говорится, ребята в этом корабле боевые. И что у нас по экипажу? В экипаже, значит, здесь стандарт, естественно, мы будем вертеться, поэтому 5-1. 6-2 обязательно на величину критического урона. Ну и так как это иерихонец, щиты и все дела, желательно переключить 9-3. Такая штука у нас должна быть. Что в итоге мы имеем? Мы имеем 3485 корпуса, 8517 щита, что, мне кажется, для перехвата очень даже неплохо. По резистам 63, 65, 35 корпус и 82, 75, 112 у нас щит, соответственно, резист. Скорость на форсаже 463. Крен-тангаж 129-168. Вот такая вот у нас хитрая вещь получилась. Ну ладно, хватит болтать. Давайте посмотрим, что там у нас будет. Какой будет бой, такой и будет, собственно. Погнали. Thank you.
Ну вот такой вот выдался у нас непосредственно бой на спирите, и пробуйте этот фит, пробуйте что-то в нем менять, пробуйте что-то добавлять, и успехов вам в космосе. У меня на этом все, с вами был Зенмега Централ, и всем пока-пока, ставьте лайки, подписывайтесь.